Киевские власти оказались в столь сложном положении, что иногда президента Порошенко бывает почти жалко. Лично я верю, что он, как и Владимир Путин, искренне хочет мира. Кроме того, Порошенко пытается держать под контролем радикалов. Я имею в виду правый сектор. Яценюк в последнее время тоже произносил очень агрессивные речи. Если Киев почувствует, что у него есть шанс получить вооружение и военную поддержку от крупных западных стран, то продолжит вести войну. А если украинские власти поймут, что помощи не дождутся, то прекратят воевать просто потому, что их армия сильно уступает силам ополчения.